выставка в Кингисеппе. Эстонские рукодельницы и рукодельницы из города Кингисеппа, которые освоили объемную вышивку. Я приглашаю всех посмотреть на красоты, которые создают кингисеппские рукодельницы и рукодельницы из города Соловья. А расскажите, как долго вы занимаетесь вот этим вот творчеством, вот этой объемной вышивкой? Объемной вышивкой уже занимаюсь более 10 лет, а только мы все время ее обновляем, находим новые решения, какие-то интересные техники, и так, чтобы работы выглядели каждый раз по-новому. Насколько я знаю, мужья своими женами сейчас просто гордятся. Это вот... 100%. Что хочется сказать, что объемная вышивка – это большой-большой простор для творческих воплощений. Да, и она, каждая работа, вот я думаю, что вы, может быть, заметили, что каждая работа, даже один и тот же сюжет, но каждый автор подходит к своему сюжету немножко по-разному. И работы получаются совершенно разные. Расскажите, пожалуйста, как долго вы делали вот эту вот картину? Ну вот эту картину где-то в течение 2 месяцев я ее сделала. Это вот вы прошли курс у автора выставки и да, научились? Да, у нас были занятия по вышивке, и в течение 2 месяцев можно сделать. Спасибо.